Всем привет! У меня такой вот вечерний отзыв получается. Хожу под окнами своего дома, пробираюсь домой потихоньку, и вот решила записать видео по поводу моих результатов. У меня вообще, наверное, главная проблема — это проблема самовыражения. И, скорее всего, вот это как раз-таки на физическом плане выражается в том, что верхняя часть спины сильно заблокированы, и как бы такие происходят боли и хруст в шее, в грудном отделе позвоночника. Вот что я заметила, пройдя интенсив. Ну, во-первых, как говорил Денис, у меня вот, по-моему, поднялась температура. Не сильно, но такой озноб в теле ощущается вот уже второй день. И как будто бы так прохладно все время. Но у меня такое было до этого периодически, но не настолько выражено. Люди тут пробежкой занимаются. Тоже здоровый образ жизни. Вот. Во-вторых, сильный такой подъем энергии. То есть хочется что-то делать, куда-то идти, там чего-то, ну, вот общаться с людьми. Даже не знаю, как это объяснить словами, просто какой-то такой вот позитив, такая спокойная радость, ну, от осознания, что ты просто живешь, и это классно. Ну, вообще, вот такие ощущения, которые вот на самом деле трудно сказать словами, но я чувствую какие-то вот движения своей души. Я очень благодарна, что Денис сделал такой вот интенсив для нас всех, что мы вовремя все собрались и вот так вот замечательно поработали, и что удалось сделать это вот очень, очень хорошо, душевно и прямо не выходя из дома. Ну, наверное, и все. Я очень рада, что все так. И спасибо всем. До новых встреч.